Всем привет! Я не заспанная, я просто только что умылась вот этим средством и воспользовалась вот этим тоником. Из названия видео вы понимаете, о чем сегодня пойдет речь. И да, это не только девчачья тема. Если вы мужчина, ухаживающий за собой мужчина, любящий себя мужчина, то продолжайте смотреть этот видос. Я думаю, ни для кого не секрет, что такое масла. Косметические масла можно назвать в своем роде натуральным концентратом. Они замедляют процессы старения, так как имеют в своем составе похожие вещества, которые содержит наша кожа. Я вам говорю своими словами. Честно, когда раньше я на YouTube наталкивалась на видео подобного характера, мне было это настолько неинтересно, что я могла посмотреть первоначальную картинку, только как выглядит девушка, как она говорит, что-то взять для себя именно из съемки видео, но никак не воспринимать информацию. Есть много различных сайтов, которые вы можете посетить благодаря тому, что вы в поиске вобьете просто косметические масла, и появится куча различных ссылок на различные сайты, и там вы можете почерпнуть очень много информации о тех или иных маслах. Можно выделить для себя именно то масло или те масла, которые будут подходить именно вашей коже, вашему типу кожи. Я, допустим, перепробовала все масла. Оливковое, виноградных косточек, кокосовое, персиковых косточек, ши, миндальное, абрикосовых косточек, семян кунжута, конопляное, зародыши пшеницы, авокадо, жожоба. Это именно только те, которые я вспомнила. Самое мое любимое масло и по запаху и по действию — это масло сливовых косточек, которое я просто обожаю, которое я уже не первый раз повторяла. Из новинок у меня сейчас есть в арсенале брокколи и абрикосовые. Абрикосовое масло я раньше уже использовала, в этот раз взяла, по-моему, миниатюрку, если я не ошибаюсь, просто для того, чтобы разнообразить как-то свой уход и чтобы кожа часто не привыкала. Масла также подразделяются для различных типов кожи, но я это не совсем соблюдаю, потому что у меня комбинированная, склонная к жирности кожа была раньше. Сейчас, мне кажется, за счет того, что я как-то, может быть, неправильно где-то ухаживала за кожей, где-то, может быть, слишком ее пересушила, перематировала, кожа у меня стала, скорее всего, нормальной, но больше раздражительной, чувствительной где-то. Я не эксперт в этой области, я говорю именно свои ощущения. Я не ходила никогда к косметологу, хотя стоит, наверное, и я, наверное, даже совершу этот поступок. Для того, чтобы начать знакомиться с маслами, начать использовать их, я вам советую определить перво-наперво ваш тип кожи. После этого в интернете посмотреть различные масла, для чего они, для какой кожи, и выделить для себя именно то, которое вы хотите попробовать. Масла могут подразделяться на два типа. Это для сухой кожи и для жирной кожи. Для нормальной кожи подойдут как и для сухой кожи масла, так и для жирной кожи. Поэтому-то я и считаю, что у меня сейчас более-менее нормальная кожа, потому что мне подходят, в принципе-то, все масла. Но я не очень люблю, допустим, очень жирные масла. Это такие, как оливковые, конопляное, пшеничных зародышей. Эти масла по своей структуре очень жирные, питательные, и их лучше наносить в качестве маски, может быть, на какое-то время, может быть, на ночь. Но я люблю маслами пользоваться в холодное время года и под макияж, и в течение дня, даже если я не наношу макияж. Поэтому такие плотные текстуры мне не очень нравятся. Для этого у меня есть мои любимые масла, которые уже проверенные, которыми я разбавляю даже свои косметические средства, а в частности тональную основу. Как раз нанесу масло семян кунжута. Я его
практически допользовала. Выливаю масло в ладонь, растираю между ладонями и наношу на лицо. Никакими не втирающими жестами, не произвожу никаких маневров, а просто беру и втираю. Еще с маслом я люблю делать массаж. Кому-то покажется, что мое лицо слишком блестит. Вы не ошибетесь, потому что я нанесла много масла, у меня просто его оставалось совсем чуть-чуть. Чтобы оно не пропадало, я, конечно же, его нанесла все. Но если я собираюсь после этого наносить макияж, то я подожду где-то 10-15 минут, потом просто посмотрю, если блеск такой же сильный, я возьму, промокну его салфеткой. Соответственно, масла лучше приобретать в аптеках, но я также иногда приобретаю масла и в супермаркетах, это Магнит Косметик, например. Их фирма Ботаника мне очень нравится, она проверенная, я от них пробовала уже очень много масел. Вторая марка, с которой я познакомилась, это была марка Спивак. Тоже много перепробовала масел и могу сказать вам с точностью, что они не хуже, чем Ботаника, они где-то даже наравне стоят. Не берите сразу большой объем 50-30 миллилитров. Приобретите лучше миниатюрку в 10, а то и 5 миллилитров. Приобретайте масла лучше с пипетками, это очень удобно. Я, допустим, приобретаю вот такие вот маленькие объемы по 10 миллилитров с пипеткой. Соответственно, очень удобно брать его с собой в поездку. После того, как вы уже приобретете масло, именно то, которое вам нужно, я советую его вам сначала наносить не на лицо, а на тело. Попробуйте нанести на шею, на руку, и вы сразу видите реакцию. Если же с кожей на шее все нормально, значит, можно наносить его на лицо. Выступает еще одна проблема, как мне кажется, не все любят пользоваться масляными текстурами. Я вас уверяю, я была таким же скептиком, и поверьте мне, теперь для меня ничего нет лучше масла. И это не привычка, это просто здравый смысл. Я увидела, что масла работают лучше для меня, что они делают мою кожу лучше, мою жизнь лучше, без проблем. Я теперь могу выходить на улицу без макияжа, и это для меня самый главный фактор. Но вы не комплексуйте, ничего не бойтесь, не думайте, что кожа у вас будет жирной, больше жирнится. Если у вас сухая кожа, то ваша кожа просто всосет в себя самое все необходимое и лучшее, и от жирного блеска не останется просто ни следа, поверьте мне. Если же у вас нормальная кожа, то жирный блеск возможен в некоторых случаях, если масло очень жирное и питательное. В таком случае, как я уже говорила, можно просто промокнуть салфеткой. Если же у вас комбинированная, склонная к жирности кожа, то тогда эти масла лучше наносить в минимальном количестве, лучше несколько капель добавлять на ладони, растирать сначала между ладонями, а потом уже наносить такими похлопывающими движениями на лицо, создавая таким образом некую маску, некий барьер между окружающей средой и вашей кожей. Также можно подождать какое-то время, 10-15 минут это обычно, после этого уже обратить внимание, есть жирный блеск или нет. Если же он есть, то опять же промокнуть салфеткой лицо. Ну и вообще, почему я советую вам пользоваться маслами, так это потому, что они ухаживают за кожей лучше всего, лучше всяких кремов. С пришествием масел в мою жизнь я поняла, что масла — это то, чем я даже летом пользуюсь, люди. Я просто это делаю в минимальных количествах, на переменку с какими-то обычными кремами, солнцезащитными средствами. Также хочу посоветовать вам пользоваться маслами не только для лица, но также использовать их на руки, на кутикулу. Но есть также масла и для тела. Недавно я приобрела такое вот масло для тела в составе масла какао, ши и кокоса. Запах божественный, это просто что-то с чем-то. Я уже его использовала, наносила на тело, и запах в течение дня меня просто окутывал.
окутывал. Также название масел, которые содержат в себя косточки. Это все те масла, которые можно наносить на область вокруг глаз. Хотя я наношу под глаза все возможные масла, которые только у меня были, которые есть. Все они очень хорошо ухаживают за кожей. Все они не сделали ничего плохого моей коже, а наоборот. Надеюсь, вы почерпнули для себя что-то новое. И как я уже говорила, эта тема касается не только женщин. Я считаю, эта тема относится даже к молодым девушкам. У меня, кстати, молодой человек также подсел на масла, потому что он увидел эффект. Причем эффект лучше, чем от каких-либо кремов. Не нужно мазаться как баба целыми днями. Это я обращаюсь к мужчинам. Вы можете это делать буквально перед сном и перед выходом на улицу, на работу. Если вы мужчина, то это не значит, что не нужно ухаживать и следить за собой. Я надеюсь, вам эта информация хоть чем-то помогла, хоть на что-то вас натолкнула. Может быть, хотя бы просто вы задумались на эту тему. Я буду только рада. И будьте всегда здоровы, как снаружи, так и изнутри. А я с вами прощаюсь. Пока!